Red Beat, come on, let's go, короче, сегодня, братва, мистер Red Star, сегодня мы опять с вами. У нас сегодня 11 часов 11 минут, мы сегодня отдыхаем просто так, Life Arena. Просто как бы согласились всей семьей поехать туда, сегодня с нами вся еще братва, вся семья, как бы Таня, Лена, Леша, Никита, или как его еще назвали. Короче, сегодня мы отдыхаем с Канти, Асти, типа того, это дешевая марка, не очень дорогая, так для нас пойдет, так девчонки мы зарабатываем, короче, подожди, сейчас я говорю, сегодня мы как бы решаем, сейчас мы сидим в машине перед дискотекой, она там сзади за окном, мы сегодня просто решаем, куда поехать на Новый год. Я что, немецкий дарет на русский, там у тебя башка зла, продвоем себе губату, папа, что ты карту без дорогой, смотай, куслина! Короче, мы сегодня решаем, куда поехать на Сильвестр, это значит, или мы едем в Париж, как High Society, типа того, полностью зарплату там протрачиваем, или мы остаемся здесь, сегодня с вами, не сегодня. Теперь мув какой-нибудь. Как бы с братвой, с нашими знакомыми. Мув какой-нибудь, так. Стали исправлять, как бы в одной там с площадки, там все свое организовано, весь алкоголь, все свое сделано. Там мы будем, конечно, не астик, антипить, а будем мое, тренинг, это у нас называется, как бы, Никита Шпонзорова, это у нас. Просто так отдаю 34 евро, 35 евро, короче, за бутылочку. Это ничего плохого, это как бы нормально, для семьи всегда можно потратить. Конечно, хотим ваше слышать мнение, как это будет звучать, или куда бы вы нам лучше посоветовали поехать. Эти видео скоро, конечно, будет встречаться с вами в Ютубе. Дорогие дамы и господа, всего счастливого. С вами был ваш брат АКА, мистер Red Star 88. Камера закрыта, пульт пошел. Ой.